11 июня 2018 года, Симферопольская дача. Этот год в Крыму необычайно урожаен на черешню, вишню, черевишню. Вот я не могу не показать урожай на этой черешне. Я такого еще никогда не видел. Вот черевишня. Вот куда это все девать? Вот еще одна черевишня плакучая. Я ее сформировал. Очень широкая. Она как ива плакучая. Я пригинал ветви. Она у меня занимает, наверное, полсотки. Уже здесь я ведра 3 сорвал. Вот даже ветку потянул. Одну ветку я сломал. Вот я зашел под тень дерева. Взгляд, так сказать, изнутри. Все ломится. И вот она поспевает неравномерно. В теньке она поспевает позже. И очень удобно ее собирать. Но вот такими у меня уже выросли некоторые орехи трапезунда. Вот посмотрите, если дерево молодое, не сильно загруженное урожаем, и не так много орехов, вот на данный момент при поливе они имеют такой вид. Они будут расти еще до 1 июля. Это будут какие-то, наверное, гиганты. А вот мой двухлетний саженец, по-моему, еще крупнее дал орехи. И это все еще будет до 1 июля как минимум расти. Чуть поменьше. Все, краткая зарисовка. Всем привет из Крыма. Забыл еще показать Екатерину развитие на данный момент. Они каждые 2-3 дня, вот я приехал, я не узнаю здесь ничего. Все растет. Ну, теперь уже пока.